Мы говорим о томатах, которые мы сажали в этом 2021 году. Томат Севрюга, это сибирский сад. Вот посмотрите, какие плоды. Томаты среднеспелые, плоды крупные, могут быть до 1,5 килограммов. Сердцевидной формы, ярко-красного цвета. Красивые, урожайные, вкусные. Мякоть плотная, мясистая. Это сплошное помидорное мясо. Томаты крупные, очень хорошо держатся на плодоножке. Не ломаются кисти. И вот посмотрите, 4-5 томатов в одной кисти, и томаты довольно-таки крупные. И вот так выглядят уже спелые томаты. Томат Севрюга обязательно внесем в свою томатную коллекцию и будем сажать в следующем году.